Дядь, поправлю, только поправлю и все, вот тут спиночку чуть-чуть. Ты такая красивая, красивая прям вся. Скажи, вот такие мы сегодня красивые. Кто не видел нас вчера на эфире в ТикТоке, вот, пожалуйста, полюбуйтесь, как мы могли... Какое чудо вы пропустили, как мы выглядели на самом деле. Да, моя куколка, моя девочка. Всем большой-большой привет. 24 октября на улице. И рубрика поздравления от папы Валеры Никуши. Да, Никуш? Никуся, Никуша, иди ко мне. Иди, моя куколка. И мы бы хотели поздравить Татьяну Бородину с днем ее прекраснейшего рождения. Что мы знаем о ней? Мы знаем совсем-совсем мало, но мы знаем, что у нее большое-большое сердце. Потому что то, что на страничке у нее есть по спасению животных, по спасению собачки, кошечки, другие собачки. Мы понимаем, что это может постить только человек, у которого большое-большое сердце. И, Татьяна, мы пожелаем вам ваше сердце, чтобы оно было наполнено всегда любовью, чтобы оно было наполнено всегда радостью. Иди ко мне. Чтобы оно было наполнено радостью, чтобы оно было весельем всегда ваша душа и сердце наполнило, и чтобы вы всегда были радостны, чтобы вы... Вот что-то здесь есть такое, какие-то слова хочу передать, а передать не знаю как, потому что это душевно. Это только то, что может человек чувствовать с большим сердцем, который любит животных и который готов жертвовать собой, как я сейчас, ради вот этих наших братьев и сестер меньших, да? Поэтому желаем вам счастья, здоровья, желаем, чтобы все ваши мечты, они осуществлялись, и все ваши возможности, они также были доступны, чтобы у вас были возможности, чтобы у вас был то, что вы хотите делать, чтобы у вас это получалось. Что ты уже там? Что ты уже там сперла? А? Ой-ой, а где мышка твоя? Иди позже. Где твоя мышка? Татьяна Бородина, примите от нас, пожалуйста, искренние поздравления вашего дня рождения. С днем рождения вас, Татьяна. С днем рождения. И скажи, и доброго дня вам, и хорошего настроения. Ты хотя бы скажи пару слов, а то все я да я говорю. Всем, у кого сегодня 24 октября, день рождения, также желаем вам, ребят, желаем вам счастья, желаем вам любви. Все, кто не написал, но у них есть день рождения, желаем вам, чтобы все ваши желания осуществлялись, чтобы у вас всегда была возможность для этого. И желаем вам крепкого-крепкого здоровья, чтобы оно было... Приводил примеры уже как сталь, как гора, как титан. Но скажу сейчас так, чтобы это здоровье никогда вас не подвело. Чтобы никогда не обращались вы просто в аптеке за тем, чтобы купить какое-то лекарство, чтобы это здоровье поправить. И чтобы никакая хворь вас не одолевала. Да? Ну, а что сегодня за дни у нас, если так разобраться? Сегодня день любви к теплым носкам. Вот такая вот есть... Такой сегодня прекрасный день, и мальчики, девочки, сейчас особенно, когда началась осень, очень важно следить за своими ногами. Почему? Потому что у нас-то здесь не надо следить, у нас тут так солнышко вовсю и светит, и сейчас еще там плюс 30 каких-то, да? Поэтому позволит себе вот так вот скакать. Снизу вытащи у тебя, что ты пытаешься сделать? Ты знаешь, где у тебя лежит эта пищалка? Снизу, вот отсюда, вот так возьми. Вот отсюда возьми, вот так вот. И вытащи, вот она, вот, 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 вот. Моя пищалка, как хочу, так и буду доставать, да? Ой, ты бози. Я знаю, что ты доверяешь, но мне неудобно тебя держать. Ах ты, маленькая бестия, а. Вот она, вот она. Ты кукла моя. Да, и это очень важный момент, потому что есть, знаете, много поговорок и древних, и настоящих, но многие
Многие из них справедливые, да все они справедливые. Одна из них такая, что береги, говорит, ноги в тепле, а голову, говорит, в холоде. Для чего это говорится? К тому, чтобы мы меньше болели, чтобы мы... Все откуда начинается? Все начинается с ног. Нам промокли ноги, дальше что у нас? Полились сопли, да? А дальше что? Температура, больницы, врачи и все такое. Так вот, ребят, берегите свои ноги, и у кого есть теплые носки, обязательно ими пользуйтесь. Может, скажете, что бред какой-то несу, но на самом деле это не так. Это не бред, потому что у нас у всех всегда есть все, но мы этим редко пользуемся, пока нам кто-то не напомнит, пока нам кто-то не скажет, или пока мы не увидим где-то, что это работает. Но при этом у нас есть. А почему не пользовался? Да, я не думал, что это важно, ну и все такое. Так что пользуйтесь, пожалуйста, тем, что у вас есть, и особенно берегите ноги. Да? И раз такой прекрасный день в отношении теплых носок, ну давайте не забывать об этом. А еще сегодня у нас день Организации Объединенных Наций. Это знаете что? Это вот собрались тети, дяди, когда-то давно, там, ну, уже дружили друг с другом, там, странами, я имею в виду. Из разных стран, да, тети, дяди. И вот они дружили, а потом говорят, а что нам, говорит, делить между собой? Да вроде бы нам делить нечего, давайте, говорит, дружить. Ну, и они начали дружить. И вот 193 страны на данный момент, насколько мне известно, начали дружить. И еще там две страны тоже, они с ними дружат, но... И также оказывают другим, которые с ними не дружат, помощь какую-то. Но суть этого всего в чем? Как и всегда мы призываем, чтобы царил мир, любовь, доброта. Чтобы объединение, да, само название. День ООН. Организации Объединенных Наций. То есть... День объединения. Поэтому, если мы будем стремиться к этому, чтобы объединяться, чтобы не иметь каких-то разных различий, и вы знаете, что я постоянно об этом рассказываю, постоянно об этом говорю, чтобы все жили дружно, мирно, то мы будем все жить счастливо. Когда мы будем учитывать интересы друг друга, и когда мы не будем переходить границы друг друга, и когда, если даже и будем переходить, но только из понимания того, что мы это делаем по своей воле, и что мы любим друг друга, только лишь из любви к друг другу, поверьте, какая будет идиллия на земле. Мы тогда уже не просто будем думать, как ракету на Марс, да, там, создать, а мы будем думать о том, там, чтобы уже у нас свои порталы были для телепорта и так далее и тому подобное. Ну, а так как сегодня, почему я так это все рассказываю, потому что сегодня еще день дипломата. Вот я постарался выступить в роли этого дипломата, не знаю, получилось у меня или нет, но я думаю, что у нашей девочки намного больше получится вести эти дипломатические отношения. Куда ты убежала? Ты сейчас мне нужна как дипломат. И что? Дипломаты себя так не ведут. Иди ко мне, пойдем. Пойдем, красота неописуемая. Все, нету ее. Вот так ведут себя плохие дипломаты, когда скрываются от кого-то. Пойдем, пойдем, крошечка. Ребят, в общем, сегодня у нас такие дни. И сегодня у нас вот такое видео. Я думаю, что вы насладились вот этой маленькой девочкой. И что мы хотим всем пожелать? Ребят, самое главное, берегите себя, берегите друг друга. Это важная часть нашей счастливой жизни и пребывания здесь на земле. Поэтому вроде как на этом все. Татьяна Бородина, вас еще раз с днем рождения. И на этом что? Пока. Пойдемте посмотрим, что она там творит. Я сколько раз тебе говорил, что кран нельзя открывать. Ты потом его сама не закрываешь. А? Что ты хочешь? Меня приобщить к этому всему делу? Аферистка ты маленькая. А? Пошли. Пойдем, я не буду тебя ждать. Я тебя здесь оставлю. Все, пока. Ну или закрою. Ей там надо. Надо, что-то там есть, ей надо. Пойдем.
Ники, мне телефон надо выключить, мне дверь надо закрыть. И выйти в комнату надо. Пойдем. И полотенце. Ники не видели? Никто Ники не видел? Ребят, в общем, пока я сейчас с ней постараюсь здесь договориться, чтобы она отсюда вышла. Вам всем прекраснейшего настроения. Всем. А, чуть не забыл сказать. Да, ребят, именины у кого? Никак не выучу. Ну, потому что там такие имена попадаются. Евлампий, Епифанцы какие-то, еще кто-то. Поэтому всех, у кого сегодня именин, поздравляю вас с вашим праздником, с праздником вашего имени, которыми вы названы в честь каких-то святых. Еще раз закроюсь это, пойдем. Зачем? Вот зачем, ты скажи мне, пожалуйста, сама туда заходишь и потом начинаешь истерить, а? Девочка моя сладкая. Ну, как все девчонки, в общем. Поэтому, девчонки, не ошибайтесь, не обижайтесь, я же шучу. На этом пока-пока. Мы прощаемся с вами до завтра в этой рубрике. Завтра, я думаю, будет намного интересней, больше информации, больше поздравителей, я в этом уверен. Поэтому не стесняйтесь, пишите, и будет вам счастье. И всего вам доброго и хорошего настроения. От папы Валеры и Ники. Все. Ну и по традиции мы, наверное, должны выходить уже отсюда. Таран-таран. Не, сама ты не пойдешь. Давай. Пошли. Пошли. Не хочет она для камеры этого. В общем, пока-пока. До завтра.